картограф, крыло от компании XAC. Полтора часа летает, примерно 1500 гектар картографирует. Сейчас этот продукт находится на испытаниях. Ну, более комплексно, смогу о нем чуть позже рассказать. Дрон P100, новинка, флагман, 40-литровый бак для внесения жидких средств защиты растений и 60-килограммовый бак для разбрасывания. Выработка, ну, порядка до 300 гектар за рабочую смену одна такая машина работает. Абсолютно новая логика. А где работает уже? Ну, мы сами ее испытывали, Значит, логика немножко другая, то есть у нее уже не сменный бак стоит внизу, и верхняя платформа, она таскает, грубо говоря, самого дрона. Они немножко логику самого продукта поменяли. Пойдем. Так, а сколько на батарее? Ну, от двух батарей работает, летает примерно минут 12. От двух батарей за счет скорости и ширины захвата как раз-таки такая выработка достигается. Примерно в идеальных условиях до 7 гектар за вылет. Снаряженная масса у него 80 вместе с баком. Вместе с баком, да? Да, сами. Вот два человека в состоянии, да? Конечно, он же еще разбирается. То есть мы можем бак отсоединяется, вот так снимается. А на внесение он вносит удобрение? Любимое. Может разбрасывать, да. То есть меняется, да, бак? Да, у него есть сеянка, она же разбрасывает. Ну, то есть для мелкосемянных культур подходит для разбрасывания. Производительность у него поменьше, в плане разбрасывания, чем в плане. А как он снимается еще? Можно посмотреть? То есть там клипсы, да, получается, и поднимается, да? Все, да? Здесь он модульный, то есть здесь есть отдельный модуль. Это ваш собственный? Да, да, для CIG, да? CIG или вашей компании? Это наша компания, да. Вашей компании. Да. Дроны от всех до транспортировки, растворный узел, тут до 8 компонентов можно сразу мешать. Бочка, соответственно, на 1500 литров, да, и купаж на 200 литров. И, а там вот находится ремзона. Здесь там отдельный. То есть с обратной стороны, да? Да, там ремзона, где можно восстановить дрона. И второй этаж еще есть. Второй? Для пилота. Батарея на сколько может держать? 3 месяца. Вот ты ее поставил 3 месяца, будет держать? Да, если слышишь, то сайт после вашей не стоит скорость. Нет, там батарея. Вот для каждой из них стоит батарея. Я это понял. Скажите, а что это за дрон? Для каких целей он? Здесь проводит картография, мониторинг и внесение энтомофагов. Насекомых. А, энтомофаги, да? Есть дроны обычные, если надо. Это Китай производство, да? Все Китай, вообще у всех. Только зала русские дроны, которые сейчас используются по военной цели. А как происходит энтомофагов нанести? Есть такая местная бункер. Бункер загружается в микрограммах в размешку с мангой. Ну и сбрасывается в определенные точки. Точки указывают нам пункт. Мы размечаем поле, выставляем количество сбросов на гектар, и он там сам просчитывает и все это делает. А батарея внутри, да? Батарея его внутри, 4 батареи, время полета у него без нагрузки 80 минут. Дозатором микрограммы 3 килограмма, около 50 минут. Гектар 70-80 закрываем за полет. А вот если сравнивать с DJI, CIG? Это совсем другие дроны, это не для опрыскивания. Опрыскивания другие, у нас есть тоже дроны по опрыскиванию. Это вообще, с ними невозможно сравнить этот дрон. Нет, 80 минут время полета у него. За счет батареи? Очень легкий вес у него, он сам весит 6 килограмм всего-навсего. 4 батарейки, 60 тысяч миллиампер ему дают, 44 вольта. Это больше картография, хорошо, вот у меня в том году фермер его купил.
и обследуют свои поля, чтобы не воровали кукурузу, потому что 5 гектар у него сперли почастую сперли. Большие пили. Он летает у себя там по полям. Хочешь ночью тепловизор поставил, снимает, что там происходит ночью. То есть у него свой пульт управления идет, да? Конечно. Там легче. А станция есть с РТК или как? Ну, если надо, есть, да. И так сюда не выставляли, вообще можно, да. Ну, для такого интересно. Дрона... Интересно, какая грузоподъемность? У него 5 килограмм грузоподъемность. А здесь, скажите, можно посмотреть открыть или там не открывается? Да, нет, открывается, конечно. Ну, там, честно говоря, особо ничего. Батареек там нет, я их не ставил. То есть там пустая емкость. 4 батареи, да? Да, да. Это китайский, да? Да. Гидравлического решения пока нет. Это базовая станция, да, под него, да? А точность сколько? 2,5 сантиметра. 2,5. Но здесь, в принципе, функции те же. Отбивка точек, да? Да, да. Авторазворотов нету здесь? Ну, он есть, но это дополнительная функция. Это дополнительные деньги. У нас в России мало кто это, очень мало кто заказывает авторазворот. Как мне перепробовать? И что мне не нравится, во-первых, дальше по два поворота, без тяга. А, где он, кстати? Управление секции идет одним сигналом плюс, мы можем 10 таких секций. Мы обычно делаем 4 секции реальные, ну, то есть вот, химические, и каждая фасоночка по отдельной секции, как по полметра, можно еще по 2 с краю. Честно говоря, авторазвороты я когда пользовал на Буржуйской, практически никто ими не пользовался. Не знаю, если это ровные поля идут, ну, так как прямоугольные, тогда авторазвороты еще можно реализовать. А поля вот такие вот кривые, то на каждом авторазвороте у него выходили своя траектория. То у вас вот такой терминал, да, будет? Да. Следующий. Ну, уже мы сейчас продаем его в виде просто системы навигации, параллельного вождения без автоматики. Потом к этому терминалу вот такой блок добавится, он уже будет управлять секциями или разбрасывателем. Uh-huh. Корпус стандартный, uh-huh, но всех такой, внутри распайки нашей платы. Uh-huh. Первая доработанная плата, она вот с такими соплями, я ее откатал. Сейчас у нас лишних, ну, следующее поколение, везде доработки идут, шумы убираются и так далее.
и блок управления разбрасывателя. Так, это получается блок управления опрыскивателем, да? Да? Здесь посекционное отключение, да? Да, 7 секций, автоматическое отключение. Ну, это сам навигатор. Да, получается полностью ваш, да? Да. Программный продукт наш, аппаратный. То есть сделали программный продукт, на включающий все модули, то есть и опрыскиватель, и разбрасыватель, все в одном навигаторе. Здесь же в базе заложена возможность дифференциального внесения. Работаешь по картам полей. Дифференцированное опрыскивание. И опрыскивание, и разбрасывание. А опрыскивание как дифференцируется, по секциям? Нет, опрыскивание общей штангой. Общий расход меняется. То есть общий расход на всю штангу, на всю ширину захвата, да? Разбрасыватель по тарелочному. А вы уже где-то испытывали, да, по-моему? На какую ширину ставится вот это? Это оптический сенсор, да? На метр, да? На метр 4 форсунки. Но работает с собой. Смотрите. Это у нас вообще, в принципе, если вот так вот брать по истории, это у нас секция CS2000. Мы занимаемся переоборудованием вообще СЕС. Что у нас работает? Здесь представлен несвающий аппарат наш, система по внесению жидких Corel-Jet и консилы. А что из себя система представляет? Ну вот смотрите, система Corel-Jet, это у нас получается внесение стартовых удобрений борозду. Технически можем вносить до 3 видов удобрений в борозду одновременно. Да. То есть у нас 3 трубки, мы можем поставить 3 мотора Viapla HD на той стороне они стоят. Также ставится расходомер, и мы спокойно понимаем, что у нас происходит по каждому. Такой модуль можно, допустим, поставить один модуль на 2 ряда, если мы вносим один модуль. Автоматическое перекрытие, то есть сразу работает по карте предписания, может работать, здесь у нас она есть. Если мы прошли уже зону, где уже были внесены удобрения, он автоматически отключается. Это система консилей. Получается, мы уже вносим удобрения не в ряд, а на расстоянии 3,5-4 сантиметра в сторону. То есть корневая система начинает развиваться, чтобы она уже брала. Это можно, то есть, грубо говоря, как-то. И на глубину, у нас регулируется на глубину где-то примерно 2,5 сантиметра. Вот у нас есть. Также у нас есть регулировка на глубину. Так, а по электронике что настраивается вот на терминале? Можно настроить все, что угодно. Допустим, сейчас у нас сенка разворачивается. Здесь у нас, ну, если мы, грубо говоря, берем с завода, это у нас стандартный монитор, стандартный экран. Берем данные по GPS и по радару от трактора. Мы подключаемся к тому, к чему есть. То есть, если на тракторе есть система GPS, мы берем
RTX, RTX сигнал от нее. То есть получается, она работает по заданию. Мы можем здесь видеть, то есть норму высева, сингуляцию, стартовое удобрение, полностью все настройки. Если при желании, мы можем это все дело изменить. То есть экран максимально понятно, работает под пользователя. То есть мы можем есть метрики, то есть те параметры, которые нам интересны. Вот, управление. То есть кнопки управления можем вносить. Они очень большое количество. То есть здесь у нас представлен высев. У нас здесь представлено нитро, стартовое удобрение, фунгициды, также блок инсектицидов и сухие удобрения, грубо говоря. То есть мы можем добавить это все, что на экран. Также нам доступны разные графики. То есть дифференцировать жидкие удобрения можно, да, по карте? Да. Можно, да? Дифференцировать жидкие удобрения можно двумя типами. Первый тип. У нас есть карта предписания. Мы работаем по карте предписания. Дальше у нас есть... карты поддерживаются здесь? Стандартные. Да. То есть ничего мы нового и сверхного не изобретаем. Если, допустим, у нас есть смарт-фермер, то есть у нас есть специальный агрегат, который меряет емкость катионного обмена, потом количество органического вещества, мы сразу можем в режиме онлайн без карты предписания изменять внесение как семян, так и жидких удобрений в зависимости от емкости катионного обмена или органического вещества. Угу. Даже без карты предписания. Так, а вот это вот точки. Смотрите, сейчас. Это у нас получается. Да, это у нас он показывает нам вот эта карта сингуляции. То есть пропуски, двойники и еще монитор мы до конца нормально перерыв. То есть он нам показывает, где пропуски у нас были, где красным двойники. Красным цветом это пропуски, да. Синим двойники, это двойники, зеленый и хорошие. Да. То есть вот же как раз она у нас сингуляция. 99,5%. Вот да? Она сингуляция. Смотрите. Мы можем выбрать любой ряд. Допустим. Это ряд у нас 6. Он нам показывает состояние работы на данный момент, скорость секции. Не самого ряда, а скорость секции. Хороший ход, а плавный сход, насколько секция вибрирует на поверхность, насколько у нас почва подготовлена. Какая сингуляция именно на этом ряду. И норма высева. Допустим, можем переключиться на следующий ряд. То же самое, да? Да, то же самое. То есть, допустим, мы сейчас выберем ряд, вот у нас 21 ряд, плохо что-то, да? Вот, у нас сингуляция 93. Сразу желтый цвет, значит, что-то у нас идет не так. То есть абсолютно дисплей информативен. Mm-hmm. Если у нас будет с внесением удобрений жидких, опять же, будет желтый. И вот у нас такие схемы, грубо говоря, ну вакуума у нас сейчас тут нету, прижимного нету, потому что, ну, допустим, стартовое удобрение. Да? Вот у нас еще есть стартовое удобрение. Опять же, 14 ряд желтый. У нас какие-то проблемы, норма выше 100 литров, грубо говоря, 11 литров. А остальные, в принципе, более-менее в норме. Опять же, с 7 рядом проблема, а у нас что-то на ряду не работает. Вот. То есть система абсолютно. Мы можем, допустим, у нас есть большая карта, специально настроили под клиента. То есть сейчас она обработает. Вот здесь карта сингуляции, здесь стартовое удобрение. Мы можем переключить на, допустим, что нам интересно знать. Нитро, жидкие, да? Сейчас карта подгрузится. Просто в демо работает, она долго берет показания, потому что в демо у него сейчас забито 40 литров удобрений, внесения. Ну это опять же, мы можем настроить схему, как нам удобно. И вот мы здесь видим опять же по схеме, что у нас какой-то ряд не доливает, какой-то ряд чуть переливает, остальные в норме. И так можно выбрать, в принципе, по каждому движению. А как производится отбор проб? Просверливается грунт. Угу. Вот на какую штука, глубину? Я, честно говоря, не помню. По-моему, до полуметра. До полуметра, да? Вот эта штука сюда подъезжает, вот этот барабан, на нем висят мешочки с пробами, и он в нужный мешочек размеченный ссыпает пробу.
Вот, и на каждом элементарном участке там, по 7-8 проб делается. А координаты фиксируются? Да. Фиксируются.